Привет, друзья! Выбрался сегодня на речку прогуляться. Вот здесь у меня на берегу реки расцвела яблонька дикая. Вот это кустыевника. Сейчас попробую нарезать немного ивового прута и попытаюсь плести корзину. Хоть говорят и поздно, что он уже ломкий прут. Ну что получится, покажу. Как всегда, самые красивые цветы растут на другом берегу. Интересно, желтые растут в воде. Ну вот, добрался до ивняка, который растет вдоль реки. Сейчас попытаюсь нарезать немного прута. Вот заготовил для начала вот такие пруточки. Ну, сейчас нарежу, поеду домой. Вот что у меня получилось. Это моя первая корзинка. Строго не судите. Сам процесс снимать не стал. Думал, что ничего не получится. Но вот, как видите, получилась небольшая корзиночка. Ну и фото выложу в конце видео. Всем пока-пока! Весна.